Завтра в Мурме пройдет ежегодный праздник калача. На площади тысячестолетия города откроется ярмарка хлебных изделий. Гостей ждут народные гуляния с театрализованным представлением, конкурсами и тематическими мастер-классами. Начало в полдень. А во Владимире суббота начнется с книг. На смотровой площадке на Георгиевской откроется летний читальный зал «Библиотечная лужайка». Гостей ждут книги и журналы, игры и викторины, мастер-классы и книжный обмен. Начало в 11:00. Насладиться музыкой можно будет на ежегодном празднике «Дербеневские посиделки». Он стартует завтра в 16 часов в селе Улово Суздальского района. Мероприятие посвящено памяти поэта Леонида Дербенева. Песни на его стихи исполняли Муслим Магомаев, Лев Лещенко и Алла Пугачева. Звучат они и во многих советских киношлягерах «От кавказской пленницы до земли Санникова». В программе памятного вечера концерт с участием артистов Владимирской области, а также приглашенных певцов из Москвы. Устроить творческие выходные можно в парке Пушкина. В субботу и воскресенье посетители там смогут лично познакомиться с владимирскими рукодельницами и оценить их работы. Для гостей будут организованы мастер-классы и шоу самых разных направлений. Например, в субботу в 17:00 на импровизированной сцене пройдут поэтические чтения. Тема вечера – творчество Николая Заболоцкого. А 5 августа с 13:30 до 15:30 пройдет флешмоб, на котором выступят владимирские поэты. В 16:00 начнется народный праздник от Владимирской вечеры с песнями, забавами и хороводами. А в Александровском районе уже в это воскресенье можно будет погрузиться в историческую атмосферу. Там пройдет фестиваль «Отчизны верные сыны», посвященный событиям 17 века. Главной темой праздника станет реконструкция исторического сражения под Александровской слободой в 1609 году. Также для гостей организуют мастер-классы по стрельбе из различных видов оружия, исторические викторины, тематический концерт и многое другое. Праздник начнется в 10 утра. Вход свободный. А еще в воскресенье можно посвятить здоровому образу жизни. В загородном парке пройдет опен-эйр спортивных мастер-классов. В 8:00 утренняя зарядка, в 10 бокс, в 11 часов зумба. Также будут мастер-классы по йоге и кроссфиту. Участие в фестивале бесплатное.